Привет, друзья! Меня зовут Катя. Меня зовут Сергей. Мы находимся в столице Абхазии, городе Сухум. Сами абхазы называют свою страну Апсны, что в переводе на русский означает «страна души». Здесь действительно очень душевно. Есть мнение, что основа счастья – это близкие люди рядом, путешествия и занятия по душе. И мы решили объединить это все в нашем новогоднем йога-туре, который пройдет с 30 декабря по 8 января. Мы будем жить с вами в новом уютном отеле прямо на берегу моря. В окружении вечнозеленых эвкалиптов, кипарисов и пальм. Приезжайте и встречайте Новый год вместе с нами в стране души.